Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Shark Evolution. Эволюция акул. А ну-ка, аккуратно, кушаем рыбок, получаем монетки. Ага, смотри. Внизу, вот еще крабика нужно съесть, смотри, краб, ой, опа, есть, готов. Вот еще рыбка, вот это прям мощная, я ее хочу съесть. Оп, есть, готово. Ух ты, тут еще акулы, посмотри, вот эти вот, я вроде бы побольше их. И я их могу есть, я сейчас эти рыбы тоже съем. Ой, мина, аккуратненько проплываем. Кушаем крабика, вот еще крабов сейчас съедим все. Вот еще один, подожди, уплыл один. Есть, готов. Вот еще большой такой. А вот, а нет, ух ты, я ее съел. Нифига себе, она на меня нападала постоянно, да, вот чудище. Нет, смотри, на меня нападает все-таки, а ну-ка, попробую, я ее съел. Смотри, она на меня нападает, но она все-таки поменьше меня. Я ее могу спокойно есть. Ух ты, золотая мания, то бишь это все рыбки превращаются в монетки, собираем монетки. Точно, вот этих тоже. А, подожди, не ешь меня. Я тебя съем, смотри. Оп, я его съел. Ты корм написано было. Нормально, да? Для такой акулы-то большой нашей. О, люди. Оп, мы сейчас тоже успоимся и вас догоним, наверное. О, смотри, все. А нет, вот еще одна осталась. Сейчас мы увеличим скорость. Ах ты. И давай, ты что кушаешь-то? Бонус увеличим. Собираем. Вот еще. А, подожди, тут человек плавал? А, нет, это черепахи, нифига, черепахи. Черепах. А, смотри, как сложно черепаху споймать-то все-таки оказывается. Ага. Нет, у меня скорости не хватает. Этих я не могу кушать, поэтому мы их обходим стороной. Ух ты, нифига, что это за тунец такой? Огромный, смотри. Так, этот, черепаха. А ну. О, смотри, нифига, тунцы. Черепаха меня атаковала. А, нет, это не черепаха. Это как-то гады вот эти меня. Постоянно меня. О, рыбки. Так, быстрее. Монетки. Много монеток. Собираем монеток. Отлично, новый этап, то бишь. У меня акула увеличена размером. Хорошо. Мы сейчас, знаешь, куда отправимся? О, посмотри, они стреляют, они ловят. Все, нормально съели мы. Ох, этих я не могу кушать. Ой, акулы. Да, акулы, я прям своих же акул ем. Офигеть. Опа, готово. Ох ты, атакует, смотри меня. Ну я прям, мне кажется, я все больше и больше с каждой секундой. Ага, вот едим. Это тунец. Тунец тоже на нас нападает, он огромный такой. Оп, есть. О, опять золотая мания, быстрее монетки собираем. Где у нас тут рыбки? А, черепахи. Все кончилось. Ну вот это, смотри, золотая черепаха. Мне еще... Ох ты, гад. Сейчас, подожди. Да я вас... Смотри, они меня съели. Они просто-напросто на меня напали и съели. Офигеть. Что ж, идем дальше. Да. Особые акулы. Поздравляем, мы получили доступ к удивительной лаборатории профессора Кемпштейна. Перейти в нее? Конечно. Оба-на, смотри, акула-оборотень. Скачать. А, не хватает денег. А зачем мне такая лаборатория, в которой мне не хватает? Ладненько. Отправляемся назад. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.